Только в этом году на благоустройство и ремонт городских дорог было выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Однако количество отремонтированных дворов пока значительно меньше, чем неблагоустроенных. Поэтому первый свой рабочий день экс-министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин начал с самых проблемных дворов – на улице 40-летия Победы и проспекте Созидателей. Мы понимаем, что оставлять ситуацию в таком виде, в котором она есть сегодня, дальше невозможно. Поэтому мы предложили губернатору именно комплексный подход, такой же, как у нас есть на автомобильных дорогах, применить в ремонте придомовых территорий. Что имеем в виду? В целом, вот у нас порядка 1000 многоквартирных домов в городе Ульяновска, и основная часть территории требует сегодня ремонта. На это нужно, согласно проведенному экспресс-анализу, 1 миллиард 800 миллионов рублей. Чтобы выстроить работы поэтапно, по словам Вавилина, нужна программа. Ее разработают в течение сентября. Рассчитана она будет не более чем на 3 года. Жители города такое начинание поддерживают. Ну вот посмотрите, тут даже обсуждать нечего. Конечно, это надо делать давно причем. У нас с той стороны так хорошо сделали дорожки. Вот этот вот тротуар для детей просто чудо. Там все катаются, есть детям где самокат, велосипед. И мамочки спокойные, не надо бояться, что на дорогу кто-то выскочит. Замечательно. А вообще вот это наш район уже самый старый. Тут давным-давно надо было все сделать. Однако горожане должны помнить, что еще одним немаловажным фактором ускорения ремонта является их активность. Также Дмитрий Александрович встретился со старшим по дому номер 1 по проспекту генерала Тюленева Алексеем Орловым. Дом номер 1 – первый, построенный в новом городе. Ему уже 40 лет. И жители наконец-то дождались ремонта. Послезавтра они сюда к вам заходят с ремонтом. Давно ждем. Да. Вот начальник участка. Молодой человек Дмитрий, он непосредственно будет отвечать за работу. Завтра встаем мы на проезд основной. Завтра техника заходит. Завтра они проезд заканчивают и переходят к вам во двор. Несомненно, сумма в 1,8 миллиарда, необходимая на приведение всех территорий в порядок, не под силу только городскому бюджету. Поэтому муниципалитет обращается за поддержкой к региональному и федеральному правительствам. На эти деньги можно будет расширять проезды для транспорта, обустраивать тротуары и парковочные площадки, обновлять зеленые насаждения, устанавливать детские спортивные площадки, малые архитектурные формы. Планируется, что 500 миллионов на эти благие цели появятся в городском бюджете уже в 2021 году. Павел Половов, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.